Обеспечить безопасность высокопоставленных людей в государстве относится к важным задачам, требующим значительных затрат. Приоритетное место в обеспечении спокойного передвижения чиновников отводится техническим средствам. В современном мире за безопасностью и текущей ситуацией следят множество сверхсовременных аппаратов. Тем не менее, безопасным и надежным должен быть и транспорт для обособленных лиц. Для подобных ситуаций около 20 лет назад была создана специальная бронемашина проекта «Комбат» под кодом Т-98. Разработки вели лучшие умы в соответствующей отрасли в Санкт-Петербурге. Заказчик по своему желанию может выбрать машину в кузове седан вместимостью до 5 человек, а также универсал, способный перевозить 9 пассажиров. Бронированная машина имеет привод на все 4 колеса, а ее масса превышает 4 тонны. Характеристики грузоподъемности оцениваются 850 килограммов. Силовые установки можно выбрать из нескольких предлагаемых. Есть мотор объемом на 6 и на 8,1 литра. Их мощность составляет 400 и 500 лошадиных сил соответственно. Броневику нет равных по скорости в своем классе даже среди мировых аналогов. При своей массе машина способна развить 180 км в час. Длина автомобиля превышает 5 метров, по высоте чуть меньше 2 метров, а по ширине немного превышает показатель в 2 метра. Броневик для первых лиц прожорлив. Он потребляет 30 литров горючего на сотню. Емкость бака для топлива составляет 125 литров. Говоря о броне, ее класс позволяет защитить пассажиров в салоне от пуль практически любого вида автоматов, представленных на мировом рынке. Калибр 12,7 не пробьет обшивку машины. Также предусмотрена защита от детонации мин. Не забыли и о комфорте внутри броневика. Сиденье трансформируется в сплошной диван, в наличии имеется мини-бар и холодильник. По цене стоит отметить, что выполненные по особому заказу машины переваливают за $1 млн, в то время как стартовая цена комбата начинается от 10 миллионов рублей. На мировом рынке бронированных машин для представительских персон нет аналогов данным автомобилям. Добавляйте свои комментарии про этот броневик под этим выпуском.